«Стройбетон» производит все марки товарного бетона и строго по ГОСТу. Ильинская слободка, 42. Здравствуйте, в эфире ТНТ «Поиск», в студии Карина Харитонова. Главные новости пятницы в материалах моих коллег. На пожар за 20 минут в Слободе открылось современное пожарное депо. Мы теперь входим в рамки, то есть за 20 минут мы можем до любого поселения доехать. Деревенский колорит и городской комфорт. Достраивается жилой комплекс Трубково. Отличное жилье по экономным ценам. Отделанная благоустроенная квартира, в которую можно въехать и сразу же жить. Когда солнце бьет по темечку, о мерах безопасности в жару предупреждают медики. Пострадавшего надо отнести в тень, то есть прохладное место. Вот. Если он в одежде, ну, расстегнуть ремень, воротник, вот, смочить полотенце, то есть водой, чтобы наложить на шею, на голову. Что делать, когда нападают клопы, как вывести ребенка на отдых и голосуем за клин на новых купюрах? Эти темы обсудим с Катей Переслегиной в рубрике «Попали в сети».